Специально для всех подписчиков нашего канала на YouTube вот такая круговая видеопанорама с площади Сан-Марко. Вот это идеальная геометрия. Вот это действительно что-то неземное, то, что можно здесь увидеть, стоя в самом центре площади. Пока еще утро, пока не так много народу, пока можно любоваться всем, и собором, и Кампанилой Сан-Марко. Сегодня не так жарко, солнышко есть, но и частенько прячется за облака. Поэтому можно дышать и можно гулять. Ну и, конечно, вон там музыканты Флориана готовят свои инструменты. Очень скоро чашка кофе в этом кафе здорово подорожает, когда звучит оркестр. Наценка, по-моему, то ли 2, то ли 3 евро. Да, действительно, сегодня в Венеции готовы содрать 3 шкуры с туриста. Венецианцы просто считают своим долгом обмануть туриста. Это не мешает, на это не обращаешь внимания. Это просто как плохая погода, есть и все. Самое главное, что других городов, таких подобных на свете нет. И вот сейчас просто кружится голова от того, как здорово здесь, в центре этого головокружительного города.